Итак, дорогие друзья, всем привет! Продолжаем развивать нашу транспортную империю в игре Transport Fever 2. И в прошлой серии, как вы помните, мы запустили вот такой вот пассажирский поезд между Орском и Тверью, который сейчас в данный момент везет одного пассажира, да, вот в количестве одной штуки. Итак, 1898 год. И у нас появился новый такой большой-пребольшой корабль, да, давайте-ка посмотрим, что из себя представляет этот новый кораблик. Ну, это мы можем увидеть сейчас чисто только в верфи, да, вот он, называется Клондайк, да, вот, перевозит пассажиров и все виды грузов, да, в количестве 110 единиц, имеет два отсека, да. То есть, и этот корабль является, к сожалению, большим, да, и для наших речек, к сожалению, он не подходит. Вот. Ну ладно, ничего страшного. Вот. Итак, сейчас потихонечку, значит, у нас сюда пассажиры подходят, да, вот. И вот надо бы здесь вот настроить какой-нибудь, так сказать, маршрут, да, вот имеется в виду, чтобы подвозил сюда пассажиров. Вот. Итак, вокзал охватывает у нас приличненькую такую область, да, вот, ну, наши станции вот это, да. Вот. Итак, вот здесь давайте-ка поставим изначально какую-нибудь такую вот остановочку, да, вот оттуда вот с этой остановочки будут идти пассажиры, короче, сразу же на этот, на вокзал или прибывшие с вокзала, да, вот. Итак, теперь дальше как-нибудь вот такой вот более-менее такой прямой маршрут сделаем, да, вот тоже неплохую приличненькую область, да, вот охватили. Так, и вот чтобы также вот могли люди коммерческую область, да, и промышленную область. Ну, то есть вот, ну и давайте-ка, наверное, пускай вот, вот здесь вот заканчивает, да, вот этот маршрутик такой, да, вот. И давайте-ка создадим новый маршрут. Так, пусть будет зеленым цветом. Добавляем остановочки. Так, 6, да? Идеально, красиво. Так. Ну что, пассажирский, так. Ну, берем, наверное, дрожки вот эти, да, вот, в количестве 6 единиц и отправляем их в эту линию номер 25. Так, классно. И вот смотрите-ка, наш поезд прибыл, да, вот с единственным пассажиром и принес нам целых 5900, да, вот 6000, и забрал уже оттуда сразу же это 16 пассажиров. Вот. Итак, ну а в Орске у нас, естественно, доставка пассажиров занимается этим трамвайчики вот эти наши, да, вот, то есть конки, вот. Ну и вот меня вот беспокоит, конечно же, вот этот вот поезд, да, вот, который вот никак не может вырваться в плюс. То есть вроде бы перевозит, да, вот, некоторое количество там и стройматериалов, да, и инструментов, но все равно никак в плюс не может вырваться, да, вот, потому что не успевает просто-напросто. Вот. И я, конечно же, кое-что планирую сделать, да, вот, думаю, этот поезд вот оставить чисто вот курсирует между Орском и Тверью, то есть грузовыми станциями вот этими, да, вот. А в сами города уже
другими маршрутами подвозить стройматериалы и инструменты. То есть отсюда инструменты в Орск, а оттуда стройматериалы. Вот. То есть, и вот таким вот образом немножко как бы это его чуть-чуть разгрузить, да, вот этот поезд. А сюда вот доставлять уже новым маршрутом. И немножко можно будет уже этот поезд, да, вот несколько вагонов это отцепить, да, вот оставить там по 5 вагонов, 10. И вот таким вот образом будет доставлять вот инструменты, да, вот и стройматериалы. Вот. Итак, наверное, давайте-ка сейчас этим займемся, да. Вот. Для начала начнем поставлять стройматериалы вот из завода, да, в город Тверь. То есть поездом, да, вот. Итак, это у нас станция, название не Сочи, а будет называться просто Сочи завод стройматериалов. Вот. Так. И вот я думаю, здесь вот надо бы нам, короче говоря, пускай сделаем такой вот новый маршрутик, да, вот. Чтобы не туда нажал. Вот. Так, будет красного цвета такой вот. Так, и вот будем поставлять отсюда, да, стройматериалы вот сюда вот. Так, да-да-да, ругайся. Так, ну мы сейчас это дело, конечно, исправим, да, вот. Так, просто-напросто простым действием. Вот здесь нужно будет нам сделать... Сейчас снесем вот эти вот. Такой вот, так сказать, перекрестный такой, это, съезды. Вот, возле каждого, да, вот, каждой станции. Вот так вот. Вот теперь не ругается. Шикарно. Так, ну и это, естественно, вот на этой станции пускай он подъезжает, конечно, вот терминалы, да, на второй терминал пускай подъезжает. Вот. И вот оттуда пускай вот вот, классненько получилось, да? Так. Давайте-ка здесь вот разместим депо тут. Так, то есть уже у города Твери будет свое депо. Красивенько, все ровненько сделаем, да, вот, как говорится, эстетику я люблю. Так, давайте-ка сейчас здесь вот как-нибудь так вот поставим. Еще чуть-чуть повернем. Так, не так сильно, ну вот как-то вот так, да, вот. Вот, пускай вот на уровне будет, да, вот. И что у нас получается? Так, теперь... соединим путями это дело. Так, жалко, тут немножко не получается, да? Соединиться. Thank you.
Так, ладно. Немножко эти съезды подальше тогда сделаем, да? Вот. Так. И вот нам надо будет соединиться, конечно, с этим, с депо, да? Вот, как-то вот так вот я хотел сделать. И вот так вот нормально будет, я думаю. Здесь вот такой путевой сигнал поставим, чтобы он это, если что, как вы думаете, как вы знаете, ожидал он, да? Ну и вот здесь вот так вот будет, да, вот. Отлично, классно, вот смотрите-ка. Шикарно получается. Так, наш пассажирский поезд с Орска везет уже 42 пассажира, да, вот смотрите-ка. И количество потихоньку растет. Вот. Так, ну в принципе тут вот так вот и будет, да. Так, и запустим-ка, давайте-ка, наверное, все-таки этот поезд, да. Так, вот этот поезд надо немножко вот его изменить. Так. Так. Вот, немножко обратно, короче говоря, сократили, да, вот это особо-то сильно не повлияло, да, вот. Так, 1899 год, и у нас появился уже, так сказать, автомобиль, да, вот. Мы понемногу, так сказать, уже избавляемся от конной тяги, да, вот будем избавляться от конной тяги и будем переходить на век моторов. Вот. Ну, это хорошо. Вот, прогресс, как говорится, идет. Вот. Итак, нам надо сейчас, как вы помните, купить какой-нибудь поезд. Вот, да. Так. Так, 5. И вот паровоз какой-нибудь. Так, 2 миллиона 600. Еще где-то миллион нам надо будет накопить, чтобы купить этот поезд, да? Вот. Ну а вот маршрут вот этого поезда нам это надо будет потихоньку сократить. То есть управление линией. Так, пока мы берем завод стройматериалов, да? Чуть не пойму, не появляется это, где вот убирать. А вот так, и вот вот этот один, так вот как бы немножко вот так, да,
Так. И давайте-ка сейчас мы посмотрим вот тут ситуацию, да? Так, здесь тоже нужен перекрестный этот съезд. Сейчас мы его сделаем. Идеально. Так. Вот, как-то вот так немножко вот сделали, да? Вот. И у нас уже большая часть тут вот этих стройматериалов тут пропала, да, вот. Потому что маршрут как таковой, да, вот исчез, да? Вот. Ну, в принципе, вот так вот сейчас будем мы ожидать. Сейчас немножко денежки накопятся, да, вот, и мы в конце концов перестроим, так сказать, эти маршруты. Так, 2 300 000. Два миллиона 400. 2 000 000. Так, а может быть пока вот, вот такой простенький поезд взять? Или вот, вот этого попробовать? 1 100 000. 1 000 000. Он нам по карману. Так, и запустим его по вот этому нам маршруту новому, линии 26. Ну вот так сказать, вот эта станция у нас будет такая типа сортировочная, да? Ну вот, потихоньку здесь начали появляться, да, вот, стройматериалы. Но, к сожалению, мы приличненькое, так сказать, количество потеряли, да. Так, что из себя? Вот он, наш новый поезд, да? Вот. И вот желательно нам запустить вот аналогичный такой вот поезд, да, вот, вот здесь вот между Орском и заводом инструментов, а вот этот будет поезд чисто курсировать вот между этими, так сказать, станциями. Итак, давайте-ка, чтобы они друг другу не мешались, немножко станцию Орск мы попеределаем. Так. Ой, у нас денег нету, чтобы переделать. Так, будем ждать, пока у нас будут какие-то доходы. Так, ух ты, уже 90 человек ждет, да? Вот смотрите-ка. Пора бы в скором времени добавлять сюда вагоны. Так. Так, ну-ка посмотрим, сколько заберет. Ну, пока 9 единиц только, да, вот. Ну, посмотрим, как вот будет. Ух ты, смотрите-ка, сколько человек. Тут 54.
Так, ну у нас пока большой минус, к сожалению. Так, вот сколько человек привез? 44, он полным приехал, да, вот смотрите-ка. Вот. И сейчас он принесет нам доход. Да, сюда вот смело можно цеплять 10 вагонов, я думаю. Так, 259 тысяч, да? Так, ну и тоже пока 44 заберет, конечно, да? Вот. Ну, надо бы потихоньку, конечно, увеличить количество вагонов. Так, давайте-ка займемся вот этой станцией все-таки. Несколько транспортных средств находится в плохом состоянии. Ну, я не спорю. Конечно же. Так, платформы. Грузовые платформы поставим, да? Вот так как-то. Так, и вот здесь вот мы соединим уже это дело сейчас рельсами, путями. Вот. То есть, вот эта вот станция будет вот так вот подвозить сюда, мы будем стройматериалы. Ой, подвозить сюда будем, да, стройматериалы и инструменты. Ну и инструменты также будем увозить в сторону, так сказать, Твери. Так, вот здесь вот, видите, маленькая такая задержка, да, вот. Потому что у нас наши пути, они не до конца проведены, да? Вот. Так. Так, и здесь вот надо вот с новый маршрут. Во, все правильно сделал, да? Так сказать. Ну и опять-таки копим еще 1,2 миллиона, да, вот, чтобы запустить, да, вот этот поезд. Ну а вот эту линию 7 мы сейчас немного подсократим, да, вот. И отсюда убираем завод инструментов. Вот, теперь вот так вот будет ездить. И вот, наверное, какой-нибудь потемнее такой нейтральный цвет пускай будет, да, вот. Вот, отлично. Даже пусть вот такой вот будет, да. Вот, так. И вот надо будет сейчас нам новый поезд. Эх, вот столько инструментов тут было вот. Исчезла сразу, к сожалению, да, вот как только у нас вот появилась эта линия 27. Тут надо будет, конечно, поменять терминалы. Так, пускай на терминале 2 вот будет линия 27, да, у нас. Вот, вот так вот. Сюда вот лес подвозится, а туда вот. Отсюда будут забираться инструменты. Так, и необходим, да, вот сейчас нам надо будет новый поезд. Так, ладно, хоть немножко вот так вот сейчас преобразуем и надеюсь, вот это вот все вот у нас вот так вот пойдет. Так, вот тут уже вот на линию 7 ожидает 5 таких вот стройматериалов, 5 единиц, 5 кирпичиков, да, вот, и для этого целый такой состав будет, да, вот. Ну, а этот уже, смотрите-ка, уже везет побольше, 28, да, вот, единиц, вот. И вот потихоньку это будет дело накапливаться у нас, естественно. Итак, сейчас вот наступает уже 1900 год, новый
20 век, да, вот, и это, как говорится, век уже новых таких технологий будет по-любому, да, вот, и, естественно, будет это новых свершений век. Так, вот мы сейчас вот прям живем на пороге, да, вот, конец 19 века, начало 20-го, вот, 23 декабря. И мы будем вступать в век новых технологий. Так, ну у нас пока вот денег вообще еще нету, да, вот из-за вот этих преобразований. Вот. И у нас новые вагоны появились, грузовые, да, вот, которые уже вместительностью не 7 единиц, а 12 уже, да, вот. И новые судно Вандал, да, вот это новый такой танкер. Давайте-ка посмотрим, он случайно нам подходит, нет? Вот можем даже вот поменять наши кораблики, да? Так, Вандал, да? Это он относится к разряду больших, к сожалению, да? Вот. А нам нужны маленькие. Вот. Так, ладно. Жалко, конечно, но мы тут морские суда пока не можем строить, потому что у нас реки такие вот, да, узкие, поэтому не можем. Вот. Ну и, в принципе, речные наши корабли справляются с перевозкой нефти, да, вот, и топлива. Тут также вот спокойненько все справляется у нас первый наш пассажирский поезд, да, вот между Петропавловск-Камчатским и Выксой, да. Вот. Вот он, такой красавец. Ну, вполне 50 человек перевозит, да, вот, и приносит такую неплохую прибыль, да. Вот. Ну и машиностроительный завод тоже вот приносит нам неплохую прибыль в виде, так сказать, механических вот этих деталей. Благодаря, конечно же, нашей технике, поезду, который тут курсирует, возит лес, да, и сталь. А стали-то тут сколько? Смотрите-ка. Вообще тоже не помещается уже. Так, давайте-ка немного подождем. Да, вот сейчас у нас потихоньку деньги накапливаются. Вот, смотрите-ка, уже вот стройматериалы частично здесь ждут. Вот, да, вот. И они поедут дальше в город Орск, да. Вот. Вот как раз поезд подъезжает, который мы немножко укоротили, так сказать, да? Так, 208 тысяч. Ну, я надеюсь, он это, когда уже начнет не порожняком ездить сюда, да, вот, а более-менее таким вот полным, да? Итак, давайте-ка посмотрим. Новые вагоны, конечно же, и, естественно, стоят они много, да, вот, смотрите-ка. Один вагон стоит 560, а этот 200, ну, в два раза больше стоит. Пока мы, конечно, будем пользоваться старыми. 5. И вот тоже такой же паровоз пускай будет. 2 миллиона 100. Ладно, пока ждем, так сказать, да, вот немножко, чтобы запустить, в конце концов. Ну, сюда мы обязательно тоже еще пару вагонов прицепим, чтобы дохода приносил он больше. Тут уже у нас 124 человека, обалдеть. Так, еще миллион нужен. Так, уже. Так, миллион сто есть, еще миллион нужен.
так, сколько единиц везет? 14, да, вот. Ну, в принципе, неплохо для начала. Вот. Ну, сейчас тут вот как раз-таки вот смотрите-ка. Он везет 35 единиц. И вот я надеюсь, сейчас он выйдет в плюс, да, вот. Ну, мы в скором времени, я думаю, к нему и вагоны добавим, и продлим тоже его маршрут до Сочей. Ну, 171 тысяча, да? 9 тысяч прибыли, да, вот уже принес. Неплохо. Ну и 16 из них вот нас ждет здесь. Остальное будет уже распространяться по коммерческим зданиям, да, по строительным этим в городе Тверь. Так, а тут вот 85 человек ждет. Ой, долго. Теперь придется ждать, пока он принесет какую-то прибыль. Ну что ж, дорогие друзья, ладно, на этом пока мы прощаемся с вами. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Всем удачи, пока-пока.